Здорово, ребят, с вами Илья, и у меня сегодня горячие новости для всех любителей Payday подобных игрушек на наши мобильные девайсы. Сегодня, пожалуй, самая первая игра в таком жанре на мобилках наконец-то добралась и до Android. Ссылочку, ребят, оставлю в описании, там, думаю, разберетесь и сможете игрушку поставить. Да-да, я говорю сегодня о игре Armored Haste, и игрушка наконец-таки появилась в Google Play. До этого игра была в бета-тесте только на яблоках, и вот наконец-то добралась до зеленого робота, так что, ребят, гоу поскорее пробовать игрушку и делитесь своими впечатлениями. Вообще, для тех, кто не слышал, я коротко расскажу. Armored Haste — это такая захватывающая игрушка-шутер от третьего лица, который позволяет игрокам принять участие в эпических преступлениях, ограблении банков, бронированных автомобилей и многое-многое другое. Вообще, в игрушке нас ждет порядка 70 миссий разной категории, куча оружия и различных примочек, а также, конечно же, просто масса в персонализации. Вообще, если вы искали отличный шутер от третьего лица, то игрушка должна вам понравиться, поэтому точно стоит обратить на нее внимание. Вообще, игрушка реально похожа атмосферой на Payday и выполнена реально очень качественно, так что, думаю, завлечет так игроков. Короче, ребят, попробуйте, напишите, как идет игрушка на вашем устройстве, и мы поймем, как тут дела обстоят с оптимизацией. Ну а так, ребят, жмите лукасы в поддержку нашего канала, обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, и скоро еще увидимся. Пока!